И когда он горькими слезами возвратил себе ключи Царства Небесного, то первым его словом, с которым он обратился ко всему человечеству, став истинным камнем, заложенным в основу Церкви, было: «Христос оставил нам образ, да последуем стопам Его», то есть уподобимся Ему, станем преподобными, станем святыми. Все мы вышли из 20 века, нашего родного века, века космонавтики. Века атомного. Века компьютерного. Века, каждое достижение которого гласит о горячей минувшей жизни, о страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу, в свою науку. Века преклонения перед человеком, века заболевшего самой роковой болезнью – обоготворением человека, и потому ставшего веком всеобщего отступления от Бога. В России сила этого отступления была явлена открыто. Но это гонение на церковь в 20 веке вызвало в России и небывалый духовный подъем. О том, что революция для церкви была очистительной, нам поведали отцы церкви. И отдавшие тогда жизнь за Христа получили то, чего и хотели – Царство Небесное. Настало и время восстановления храмов. И эти разрушенные храмы восстановили. А эти? Ведь каждая человеческая душа – храм Божий. И души наши – такие же разрушенные храмы. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, do you? Восстановятся ли эти разрушенные храмы? Оптимизма для этого мало, потому что отступление от Бога, как видимо, распространилось по всей земле. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. И будь-то, продолжая великого инквизитора Достоевского, выдающийся итальянский режиссер Федерико Феллини создает свою поэму о всеобщем отступлении «Церковь на подиуме». Lo sa, principessa, che quando ero piccolo, ero proprio un discolo. Поразительными средствами кино, искусством 20 века, Феллини создал образ отступления от Бога, присущий нашему времени.
отступление коварного. Когда внешние атрибуты религии умножились и украсились, anche con altro tipo di tessuto, quale la seta o la lana per le differenti stagioni. Gli stivaletti sono di cuoio e pelle nei due colori. Его поэме отразилось все. И умножение соблазнов, и всеобщее их господство. И забвение евангельских заповедей, и пренебрежение ими, и обмершление церкви. Modello numero 2, Tortorelli Maculé, cornetta inamidata con ali ventilanti, utili per ambienti difettosi di aria. Вглядываясь в его образы и сравнивая их с реальной жизнью, заключаешь, что уже сбываются пророчества духоносных отцов, возвестивших о нашем положении, о том, что благодатные руководители иссякнут, а умножатся лжеучители, обманутые бесовской прелестью и влекущие весь мир в этот обман. Отцы церкви предупреждали, что отпадение от веры будет массовое, что изменят вере многие епископы и в оправдании будут указывать на блестящее положение церкви. В людях будет навык отступления от правды и сладость компромисса и греха. Все это, похоже, сбывается. В поэме Феллини блистательно изображена и самая страшная болезнь 20 века. Перед человеком и обоготворение его. А это уже не постановочные кадры. А учить жене не позволяю, строго предупреждает апостол Павел. Но что 20 веку запрета апостола? С 20 века женщины становятся его апостолами. Женщины получают не только читая Евангелие. Все чаще и чаще они облачаются в священнические и епископские одежды. Евангелию динамичная феминистка Джакелин Грант проповедует слово. In the black religious tradition, the preaching experience is indeed an event to be experienced. To put aside the summary of the sermon which you hold in your hand. Что подиум Феллини по сравнению с таким вот обмерщением? А вот так, без всяких слов, только своим присутствием на этом вот подиуме, напрочь отвергается вот эта книга правил, которую отцы церкви создали в муках только для того, чтобы мы точности соблюдали все, что в ней написано, и этим
охраняли бы чистоту православия так же, как охраняли ее они до мученической крови. И сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «От пророка до священника все действуют лживо, врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют». Еще 200 лет назад в России отцы церкви, предвозвестив об этом времени, способном заразить всякого, предначертали и образ действия в этом положении. «Ныне одно лицемерство», – предупреждали они, – «уклонись от зараженных лицемерством масс, действующих в направлении его, прикрывающих служение миру служением Богу». Прикрывающих служение миру служением Богу. Да, невелико, весьма невелико оказалось в 20 веке число тех, которые были способны последовать стопам Христа. Из тех же немногих, кто последовал в 20 веке за Христом, первым следует увидеть всероссийского императора Николая II. А за ним тысячи новомучеников и исповедников российских, которые добровольно пошли на смерть единственно только из любви к той истинной красоте, которую Сын Божий открыл, придя на землю. «Кто нас разлучит от любви Божией?» — вопрошают они вместе с апостолом Павлом, смотря нам прямо в глаза. И вместе с апостолом сами же и отвечают: «Ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни глад, ни нагота, ни беда, ни меч не возмогут разлучить нас от любви Божия». Любить Христа обидчиво, может быть, пробубнит сейчас этот господин, похожий на известного политика. Как будто мы на Западе не любим Христа. Но странной любовью признался бы, пожалуй, даже господин, похожий на известного политика, если бы он смог заглянуть в русское сердце. Но сердце русское увидеть западнику трудно. Потому что он смотрит только на внешнюю сторону русской жизни и, не находя в ней привычного ему телесного комфорта, с сожалением заключает: –